Всем привет! Меня зовут Минаев Артем Викторович, и я учитель физкультуры школы 1420. Сегодня на занятиях мы выполним с вами упражнение с гантелями, но перед этим сделаем разминку. Итак, исходное положение: стойка ноги на ширине плеч, кистью замок. Можно делать шаги, степ-шаги в сторону, и одновременно выполняем разминку кисти. Движение всегда разминается быстрее, поэтому чтоб не застаиваться. В одну, в другую сторону. Хорошо. Вперед, плечи. Назад. 10 раз делаем всегда. Смена положения рук. Здесь как раз и ноги работают для координации. Хорошо. Следующее. Руки перед грудью, замок. Повороты влево, вправо, влево, вправо. Живот втяните, чтобы мышцы напрягались и тянулись. Раз. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Хорошо. Руки перед собой, круговое вращение корпусом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. В другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10. Следующее упражнение. Руки на пояс, ноги на ширине плеч, круговое вращение тазом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Другую. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Хорошо. Ногу к себе пожали, потянули 10 раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Другая нога. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Хорошо. Руки на колени. Повороты. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять. В другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Хорошо, потрясли ногами. Руки за голову для разминки. 10 приседаний. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7, 8, 9, 10. Хорошо, потрясли ногами. Потянули. Другую ногу. Тянется у нас передняя мышца. Так, нам понадобится гантели. Упражнение будем с вами делать по 10 раз. Три сета, который состоит из трех упражнений. Итак, первое упражнение — это подъем на бицепс. Приготовились каждой рукой вместе со мной упражнение начинай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Хорошо. Руки вверх. Трицепс. 10 раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И подъем в стороны. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Следующий три сет. Первый. Мы поднимаем две руки вверх, вперед. Показываю боком. 10 раз. Шесть, семь,
8, 9, 10. Хорошо, следующее упражнение мы делаем в стороны. Раз, сюда, вниз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И следующее упражнение мы делаем. Подъем гирь груди. Гантель. Раз. И следующее упражнение. Подъем гантель груди. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. И завершающий трисет. Это жим гантель. Локти в стороны. Чуть-чуть присели по очереди, каждой рукой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вместе двумя руками. Чуть-чуть делаем мизинцы выше большого пальца. Жим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9, 10. Теперь то же самое, но с приседанием. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вот такие вот упражнения можно делать с гантелями. Вес гантели выбираете под себя. Сильно тяжелые брать гантели не нужно. Всем спасибо за тренировку. Пока.